Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале. Мы будем с вами вязать узор вот к такому замечательному топу летней футболки. Я для вас подготовила на своем канале, который находится на Яндекс.Дзен, статью. Название канала «Вязание от Елены Ерминой». Ссылку я оставила в описании под этим видео. И в первом закрепленном комментарии. Эта статья доступна к просмотру для всех моих подписчиков. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Подписка бесплатная. Здесь вы найдете много фотографий, фотографии узора и подробное описание вязания футболки. Также я поделилась с вами схемой вязания и выкройкой практически на все размеры. Материалы все можно здесь распечатать при желании и либо вязать с экрана любого устройства. Все фотографии увеличиваются в размере. Вот так вот называется моя статья на канале Яндекс.Дзен «Вязание от Елены Ерминой». Переходите по ссылке, либо можете зайти сразу же на мой канал, найти статью и приступить к вязанию футболки. А сейчас я вас приглашаю на мастер-класс. Будем вязать образец узора, которым связан топ-футболка. Буду показывать очень медленно, для того, чтобы вы успевали вязать за мной. Специально для начинающих. Пряжу для вязания летнего топа футболки я вам рекомендую из летней серии. Это может быть Baby Cotton, 100% мягкий египетский хлопок в 50 граммах 180 метров. Либо пряжа Эджита, многие ее называют по-разному, Егита, Еджита. Это уже у нас разновидность также египетского хлопка, но он мерсеризованный. В 50 граммах 120 метров. Рекомендации по выбору спиц смотрим на этикетке с пряжей. Подробный обзор пряжи можете посмотреть на моем канале. Ссылочку я оставлю в правом углу. Всплывающая подсказка. Приступаем к вязанию узора. Я буду вязать из пряжи Эджита. Спицы для вязания я выбрала от Knit Pro, название спиц Симфония. Размер спиц 2,75. Метраж пряжи в 50 граммах 120 метров. И спицы производитель рекомендует номер 3, 3,5. Раппорт узора 6 петель. Высота раппорта 8 рядов. Для образца вязания набирайте 14 петель. Будем с вами вязать 2 раппорта по 6 петель. Плюс прибавляем 2 петли кромочные. Общее количество петель 14. Первый ряд я свяжу все петли изнаночными, и он будет установочным. Вот этот ряд не входит в основу раппорта. Петли лицевые и изнаночные я буду вязать бабушкиным способом, методом, а вы вяжете так, как вам удобно, как вам больше нравится. Вяжем первый ряд узора. Кромочную снимаем. Раппорт начинается с изнаночной петли. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли я разворачиваю. И только после этого провязываю 2 вместе. Накид. 1 изнаночная. Все, связали с вами первый раппорт. Второй раппорт начинается с изнаночной петли. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли развернула. И только после этого провязываю их вместе. Накид. 1 изнаночная. Связали с вами второй раппорт. И ряд заканчиваем всегда изнаночной петлей. Второй ряд вяжем по узору. Кромочную снимаем.
Над лицевыми петлями провязываем лицевые, накиды изнаночными. И над изнаночными петлями вяжем изнаночные. Кромочную провязываем изнаночной. Вяжем третий ряд. Кромочную снимаем. Одна изнаночная. Две петли вместе. Лицевой с наклоном вправо. Петли развернула. И после этого только провязываю две вместе. Все. Делаем два накида. Раз. Два. Две вместе лицевой с наклоном влево. Одна изнаночная. Связали с вами первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Одна изнаночная. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Петли разворачиваем. И провязываем из двух петель одну. Два накида. Две вместе лицевой с наклоном влево. Одна изнаночная. Кромочную провязываем также изнаночной. У нас в конце ряда получается две изнаночных. Вяжем четвертый ряд и давайте его свяжем вместе. Я буду комментировать, как он вяжется. Кромочную снимаем. Одна лицевая, одна изнаночная. Здесь у нас идет с вами два накида в изнаночном ряду. Первый накид провязываем изнаночной петлей, а второй накид мы провязываем лицевой петлей. Одна изнаночная, две лицевых, одна изнаночная. Перед нами два накида. Первый накид провязываем изнаночной петлей. Второй накид провязываем лицевой. Одна изнаночная. Одна лицевая. Кромочную изнаночной. Пятый ряд. Кромочную снимаем. Далее. Две вместе. С наклоном вправо вяжем лицевой петлей. Накид. Две изнаночных. Накид. Две вместе лицевой с наклоном влево. Провязываем две петли вместе лицевой. При этом петли разворачиваем. И провязываем их с наклоном вправо. Накид. Две изнаночных. Накид. Две вместе. Лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной. Шестой ряд вяжем по узору. Кромочную снимаем. Далее у нас изнаночная петля. Накиды провязываем изнаночными петлями. Две лицевых. Накид изнаночной. Две изнаночных. Накид изнаночной петлей. Две лицевых. Накид изнаночной. Одна изнаночная. Кромочную изнаночной. Седьмой ряд. Кромочную снимаем. Накид. Две вместе лицевой с наклоном влево. Две изнаночных. Раз, два. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Петли при этом я разворачиваю. Две петли, два накида. Сформировали. Далее провязываем две вместе лицевой с наклоном влево. Две изнаночных. Две вместе лицевой с наклоном вправо.
накид, кромочную, изнаночный. Вяжем восьмой ряд, крайний ряд раппорта. Кромочную снимаем, накид провязываем изнаночной, одна изнаночная, две лицевых, изнаночная. Перед нами два накида. Первый накид провязываем изнаночной петлей, а второй накид лицевой. Одна изнаночная, две лицевых, одна изнаночная, накид изнаночный, кромочную также изнаночный. Все, связали с вами 8 рядов. Далее, для того, чтобы продолжить вязать узор, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания первого ряда и вяжите вместе со мной, повторяя с 1 по 8 ряд включительно. Руководствуйтесь схемой вязания. Вы ее можете распечатать на моем канале, который находится на Яндекс.Дзене. Название канала «Вязание от Елены Ерминой». Все схемы, описание вязания, видео-мастер-классы, также выкройки я буду размещать на канале Яндекс.Дзен, потому что здесь я снимаю только видео-мастер-классы. Так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить интересную, полезную информацию. Вот так вот смотрится узор. Лицевая сторона. Пряжа идеально подходит для этого вязания. Она не очень тонкая и не очень толстая. Идеально для вязания летних вещей. Можете связать кофточки, топы, майки, кардиганы, жакеты, пуловеры, джемпера. В общем, все, что угодно. Идеальная пряжа для вязания спицами. А пряжа Baby Cotton, из этой пряжи я вяжу и крючком, и спицами. Она идеальна для крючка, но также узоры, связанные спицами, тоже прекрасно смотрятся. По метражу она немножко потоньше, потому что разница у них. В этой пряже Baby Cotton 180 метров, а в этой пряже Эджита 120 метров в 50 граммах. Мягкий хлопок, Эджита мерсеризованный.